Сантехники-мошенники отобрали у бабушки гробовые деньги, поменяв ей два крана за 120 тысяч рублей. Я копила, ну, и отдала сама же все деньги. Вы знаете, она бы, наверное, смирилась вообще со всей этой ситуацией. Но дело в том, что вчера у нее кран потек. И она говорит, потек не так, как у меня капало, потек дуром. Мы вызвали представителей этой лиги мастеров на встречу, и они пришли. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Живем в Нижнем».